Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В прошлой серии сердце рыжего негра украл дракон. Ну, с кем не бывает. А сейчас, я думаю, мы отправляемся на поиски кнопки переката. Ну и, наверное, квесты. Опа, я нашел квест. Привет. Че, добить тебя? Не, я не с тобой хотел. Я тебе чай не отдам. Ну, если это не чай. Окей. Окей, квесты меняются, чтобы это не значило. Окей, красные иконки дают инфу. Инфа? Ну, ё-моё. Инфу давай. Ты не можешь рассказать? Да, не обращай внимания, что я их бил секунду назад. Так, у тебя есть чай? Все нормально. Все идет по плану, я просто ищу лут. Искать цветы — это вообще-то сложные занятия. Опасные. Надо подготовиться. О, привет. Хм. Ты бродячий торговец? Gathering ingredients, eh? Типа того. You often see those flowers growing at the roots of bigger trees. Not that I'm fain to brave the roads these days. Hmm. Just see you're not injured yourself, good fisher. Окей. А где торговец? Опа, ты похож на торговца. Так, восстановить здоровье в любой гостинице. Ну ладно. Oh, Benita has you picking flowers for her. Pray, just be cautious, cousin. Окей, они ядовитые? Или людоеды? А, ну это фигня. А, кстати, я могу армию собрать? Окей, ты продаешь что-то? Отдохнуть за 50? Не, спасибо. Хранилище. Хм. Поменять снаряжение? Не, это... Или это то? Что это такое? Ладно, а где цена этого чуда? Подробности? Так, я могу это купить? Надеть. Окей. Это у меня просто в инвентаре? Или что это? Опа, так. Это вообще-то похоже на эквип того чувака, который был в телосложении, которое я выбрал. Или мне кажется? Хм. Так, ну, вот это... Блин, у этого физическая защита лучше. А это магическая. Хм. Не, вот это возьму. Прикольная фигня. О, плащи есть. Интересно. Хм. Кольцо мечника. Кинжал носа. Посохоносца. Ну, я думаю, мечника. Я понятия не имею, что оно делает, но... Идеально. Опа, это квесты? Так, дайте квесты. Че-то это такие квесты. Убейте 10 бандитов просто. Ну ладно, 10 гоблинов. 7 мышей. 5 кроликов. Ты ничего не видел. И не слышал, а это все мое. Опа, ножик. Рыба. Не, ну что, если кто-то скажет, что у них воровал все рыжий негр в голубом колпаке, как будто им кто-то поверит. Да, теперь я еще больше выделяюсь. Так, где торговец? Up to your old mischief, Minnow. If you've time to gad about, make yourself useful. Да, у меня есть квесты. Да-да-да. Ну, как скажешь. А можешь сказать, где торговец? Опа. Кто чё колдует, мать твою? Я здесь колдун, видите шапку? Ты плохо приземлился на карты.
Да, модный, модный. Ты можешь светить рукой? Это шапка. Это еще кто? А, он из этой, из армии, да? Окей, но я вроде никакие знаки белые не лапал. They look the part, sure enough, but they lack the will, the spark what drives us. Я могу им говорить вперед. They have no capacity to feel nor act alone, so they live as cell sorts. Myrmidons they're called. There's an encampment west of the village where men gather to face the dragon. О, поехали. I'd wager a fair number of his kind will be there as well. Why don't you take him? Might be you learn aught of why he came to you in the first place. Ну ладно. Before leaving, visit the store to make sure you've ample supplies. Где он? Все, ты уже со мной? Ладно, пошли. Это не похоже на магазин. Опа, это иллюзорная стена. Блин. Если бы. Паркур. Опа. Реальный паркур. Что у вас здесь есть? Монетки. Хорошо. О, косарь. Я думаю, если я до этого дошел, я уже знаю, как управлять камерой, игра. Окей, мне у него спросить, как найти те травки? Окей, спасибо, Википедия. Юлы. Чё-то мне твой голос кажется знакомым. Хм. Используют предметы на свое усмотрение. Слышь, ты мой чай не ешь? Это мой чай. Здорово. Мы же говорили с тобой. Окей. Unless a human orders them to move. Ну ладно. Еще одна пенька. Чё это такое? Опа. Интересно. А, я смогу? Оп! Это ты! Это ты часто бываешь в облачном районе, мать твою! А, это Назим. Ну, мне кажется, что это Назим. Это по-любому Назим. Твою мать, за что мне судьба подкинула Назима? Я просто рыжий негр с шапкой на голове. За что? Здорово. Ты торговец? It's no great love for the village that keeps me here, truth be told. It pains me to leave behind patrons who've given me their custom so faithfully. Окей. Куда ты полез? Опа. Нифига себе. Амулет волшебника. А, он просто увеличивает магическую защиту на некоторое время. Ну ладно. Нет, ну Назим, это конечно хорошо, что ты лутаешь за меня. Но с другой стороны, ты лутаешь за меня. Я хочу лутать. Да вообще пофиг. Еще воруем тут, все нормально. О, привет. О, ты, видимо, торговец. Да-да-да, большие деревья, понял. Not that I'm fain to brave the roads these days. Just see you're not injured yourself, good fisher. Так, торговаться давай. Я знаю, ты торговец. Ну, не знаю, но подозреваю. Чувак, торговаться. Тебя просто так весы там стоят. Я тебя все сломаю, если не будешь со мной торговаться. Хотя вполне возможно, у них реально падает отношения. Так что, возможно, мне не стоит это делать. По крайней мере, пока здесь он сидит. Окей. О, во. Хорошо. Так, что у тебя есть? Чай. 70 золота всего. В принципе. Я думаю, я прикуплю чая. Он такой дешевый. Так. Подтвердить. Хорошо. Эта штука, она у меня есть? Я не знаю, боль в горле. Тут от простуда есть лекарство. Дар речи, что? Оно мне надо? Блин, мне кажется, мне это надо. Офигеть, сколько их здесь?
Тут что-то много всего такого специфичного. Оно дорогое. Особенно вот это. Так, поехали, оружие. А что там за 9 этих иконок? Что они означают? Ого, они так-то стоят неплохо так. Почти все мои деньги. Ну, половина. Вот этот. Вы хотите, чтобы я снял эту шляпу? Ни за что. А, тут есть рубашки под низ, которые еще статы дают. Нифига себе. У-у-у. Или нет, потому что вот это вот полностью все убирает. А? У-у-у. А вот это интересно. Плащи. Прикольные. Блин, он стоит 3000. Он такой прикольный. О, у меня уж есть одна такая фигня. Дорогая. Окей, хорошо. И пирогами в этой игре тоже кидаются, они едят их. Варвары. Так, ну я продал всякую фигню. И ничего не купил. Потому что я не уверен, что сейчас стоит это делать. Оп. Чё? Назим, ты нашел 3500? Ты все-таки хочешь, чтобы я купил этот плащ? Где ты их нашел вообще? Там? Ну нифига себе. Молодец. Не, ну раз такое дело, то почему бы и нет? Теперь я модный маг. Ага, и походу уже вечер наступил. Это что-то меняет? Или просто визуально только? Так, можно выйти сюда? Но там еще был другой выход. Куда мне идти? Так, ну тут есть лагерь. Но куда мне идти за цветами? Опа. Я тебя вижу. А я смогу оттуда выбраться? Нифига себе. А чё, я бил и не смог? А, надо долго бить. Пустая бутыль. Хорошо, спасибо. Ну давай попробуем. Потихоньку. Так. Прыжок. Окей, все нормально. Это какой-то модный сундук. Мешочек монет. Косарь, неплохо. Так, теперь как-то обратно. Опа. Почти чай. А вот это чай. Еще одна трава. Ну, другого выхода я не вижу. Так что попробуем не умереть. А, тут нормально. Все хорошо. Че ты там лутаешь постоянно? Или ты ешь? Окей, он, видимо, находит траву, орехи, чё? Назим, ты где это все находишь? И ты не говоришь, что ты это ешь, на самом деле. Потому что иначе... Так, Назим, ищи траву. Давай, ты сможешь. А это... Окей, это не совсем за городом. Окей, он нашел орех. Молодец. Здорово. Вы кто? Вы что, не спите? Ну, это нормальное место, чтобы встать. Where do the curing flowers grow? Have you had a look by the shore? If not now, by night, perhaps? I recall seeing some. The eve of the last full moon. На берегу ночью. Интересно. Днем я там ничего не видел. Так что возможно. Ну и у Назима, видимо, нюх, как у собаки. Так что он все чует, все собирает. Опа, здесь был проход. Нифига себе, я не видел. Ты что тут пасать пришел? Окей. Стоп, собрать. Ты орехи уронил. Паркур. Уэу. Опа, сундук. Деревянные браслеты. Где ты это нашел? Или это в сундуке было? Ага, тут еще это было. А вот этого я не видел. Возможно, эти цветы растут здесь. Ага, что это такое? Надеюсь, это... Бери все. Только мне потом давай. Окей, хорошо. О, это... Та хорошая, крутая фигня, дорогая. И все. Ну, я нашел только один цветок. Возможно, с другой стороны еще будет. Ты там не плавай. Тебя съедят. Ну, видимо, в этой локе я более-менее все обшарил, так что можно выходить. Окей.
Возможно, стоило подождать до утра. Ты чё себе орехи собираешь? А ну иди сюда. Или они мне автоматически перенесутся. Отдать мне все. Да. Я взял кирпич. Отлично. Так, это правильная трава или нет? Окей, нужен солнечник и луноблеск. Окей, луноблеск у меня есть один. Так, а там что происходит? Что-то горит. Кто-то двигается. Опа. Думал, спрячешься от меня. А нет. А солнечник случайно не днем появляется только? Так, большие деревья нужны, значит. Ты небольшое дерево, вот ты большое дерево. Да-да-да, спасибо, я вижу. Но ничего не растет. Или... Или может на зиму идет, нет? Так, это кто? Здорово. Там кто-то кого-то насилует. Да, спасибо. Очень полезно. Где они? А, почти. На, на, на. На. О, нифига себе, что ты творишь. На, на. Стингер тебе. Получай. Стингер. Блин, этот почти сдох. Если это его ХП. Новый уровень. На. Камбухи. А, вот там еще один. Так. Да, слишком сильный. На. Получай. Окей. Вроде все. Лутать их нельзя. Ладно. Че, наград будешь давать? That was far too close. I'm called Reynard, a traveling salesman. The Opa. Damnable beasts ruined my wares. But thanks to you, it was only wares I lost. I'll consider it a bargain. Деньги не потерял? Чё, кожаная... Чё он дал мне? Окей, у бродячих торговцев есть редкие товары. Хорошо. А, кожаную накидку? Ну, я уже купил эту. Опа. Сейчас будем качаться. Уи-ю. Набрать воды. Окей. Ну, это, очевидно, большое дерево. И, очевидно, здесь должно что-то расти, но я ничего не могу найти. И на зим тоже. Так что, мне кажется, стоит подождать дня. We'll not find sunbright except by day. Ага. Я так и думал. Так, давай, дай мне поспать. Да-да-да. Отдохнуть до утра. Ты кто? Ты что тут делаешь? Так, подожди, нам надо собрать цветы. Опа, кролик? Я тебя видел. Гоблин? Нет, тут кролик был. А, вон они. Да, иди нафиг. Я кроликов бью, отстань. На, стингер тебе. Так, один кролик. Три цветка. И все? Надо еще одно дерево найти. Кролик! Кролик! Я опять кого-то слышу. На! Блин, стингер крутой. Он очень сильно дамажит. На, блин, почти. Так. Вон вроде еще одно большое дерево. Где? А, вон он. Ну иди сюда, ублюдок, мать твою. На. Получай. Так, это... Это костер? Блин, я не могу взять даже ничего. Так, мое. Почему я из грибов только нашел два камня и одну палку? Где еще? Вон он. Ты куда полез? Слышь ты. На, на. Полетай. Полетай. Еще один уровень. Так, а я... Я должен качаться сам?
Или оно само делается? Ну, если я где-то могу качаться, то я этого не вижу. Так, вот еще одно большое дерево. Ага, вот оно. Раз, два, все. Кролик! Нифига себе, он огромный мешок дропнул. Больше тебя самого. Так, вот еще один. Стелс. Кролик! О, автоматически? Окей. Мое. Мои орехи. Не трогай мои орехи. Там мы уже все нашли на зиму. Отстань. Я просто кролика вбил. Так, получай свою фигню. Да-да-да. Мне смесь надо сделать? А, вот. Держи. Я уже нашел. Ну, только один. Сколько тебе надо? Окей. Один сойдет. You found it. Moonglow has grown rare in these parts of late. Tis a relief to see it. Да, окей, поздравляю. Good. That's the both of them. Отличная камера. In truth, I am surprised to see them got so quickly. I'll get to work directly. With luck, we'll have everyone back to Elthia long. Такая шляпа. Doing, cousin. I fear there's little I can offer you in thanks. Save this. Pray. Чай? С пирожками? 1000 денег и опыт. Хм. Что такое кэр? Почему мне дали 3 штуки их? Хм, ладно. Ну, раз у меня появились деньги, я думаю, я все-таки куплю вот этот хороший меч. Ну и щит еще, почему бы и нет. Да ну, спасибо. Никогда бы не додумался. Я так и знал, что здесь что-то есть. А здесь есть место, где нужна кирка, да? Понятно. Амулет ангела. Он что делает? Просто защиту. Ну ладно. Это тот лагерь, куда мы направляемся. Так, тут кто-то это танцевал с огоньками. Но, видимо, они сварили. Ну, что-то тут особо ничего не было, кроме кучи лута. Никаких битв. Ну, кролики не считаются. Да вот уже лагерь, видимо. Ауч! Блин. Я думал, я дальше кину. Ну, либо что оно не взорвется. Так, нет, бить не буду больше. Окей. Он мне заплатил, видимо. Еще эти КР. Что это значит? Ну, пошли посмотрим, что здесь. А? Окей, куда ты убежал, Назим? Я помню эту штуку. Через нее вроде можно вызывать армию. Здорово. Have all you need? We are an end first and foremost, but we offer more than simple lodging. Например. You can safeguard your belongings or aid in learning new skills. Опа, навыки. 300, офигеть! Вы че такие дорогие? Так, что такое КР? Это на навыки? Так, изучить. О, сейчас посмотрим. Так, понятно, это шаффл, а это против этой. Противовоздушный удар. Блин, это хорошо. Так у меня нет. А, не, у меня достаточно очков умений. Так, еще, еще есть. Удар щитом, атака щитом. Пробивает защиту. Ладно. Так, это что такое? Так, это, видимо, прокачка уже существующих навыков. Ладно. Усилителей нет, особых усилителей нет. Ну, дайте. И дайте. Так, ну. Да, вот оно. А, это не шаффл. А, это отскок. Интересно. Нифига себе, он длинный. Здорово. Видимо, тебе нечего сказать. Ты еще кто? Понял. Так. Я у вас это заюзаю? Если вы не против. Так.
Да, видимо, мне лечиться надо. Моя армия? This rift serves as a gate. It connects our kind to your world. It opens to the Arisen, for they possess a will powerful enough to guide the Legion. Окей, хорошо. You would claim to be among the Arisen. Prove the strength of your resolve. Да, вообще без проблем. Very well. Then we shall guide you in your trial. If you are an Arisen in truth, this humble task will prove no obstacle. Окей, что за босс? The Arisen must possess the valor to stand against all threats and the power to quell them. A tireless spirit of self-improvement grants the strength to lead the Legion. Craig, show it now. Окей, исследуйте местность. Странный квест. Окей, но я тогда у вас тут немножечко поищу припасов, если вы не против. А я уверен, вы не против. Но это солдаты. Может, если их ударить, случится что-то плохое? Проверять я, конечно же, не буду. А? Дневник? А? Что происходит? Можно мне тоже с вами? Ребята! Куда вы убежали? О, интересная фигня. Да, что-то он их мочит. Ну что, Назим, ты готов? Погнали. Так, сзади, по жопе. На, на. О, у него что-то хп нет. Блин, где мой ворот? О, вот мой ворот. Удар со скоком назад. На. Новый уровень. Стингер. Ауч. Блин. Так, у меня стамина кончилась. На, на. Ауч. Ага, да, то есть я был прав. Белая полоса это то, сколько я могу хп восстановить. Ауч, блин. Чай. Все нормально, чайку бухнул. На, по жопе. Так, хорошо. Ага. Ладно, я похиляюсь. Она уже полная все равно. Нет. А... Что делать? Что делать? Я его бью. Вот что я делал. На. Это еще что? Это Палпатин? Не-не-не, сначала мы все залутаем. Рог гоблина. Кость, глаз. Отбивная из гоблина. Окей, оно вылетело на загрузке. Интересно. Я надеюсь, это повторяться не будет. Окей. Оп. Что? Ладно, пока. Я случайно. Я не знал, что так можно. Как так получилось, да? Твою мать. Ну-ка. А ну пошли со мной. Пошли со мной, говорю. Уиу. Они еще и не против. Так, чайки. Фантазмы. Что такое фантазмы? Воинов-зомби. 45 штук. Нифига себе. Ладно. Пауки. И циклопы. Да, я могу восстановить себе хп. Поспав. Либо. Либо я могу просто бухнуть чая. Ну шо?
You are the originate truth, proven beyond any doubt. О, да? Now, I bid you select a companion for the journey ahead. О, армия. You and you alone, to share in your hardships and aid you in every endeavor. Так, ха. Вид своего постоянного спутника, основной в пешке. А, интересно. Не, ну мне кажется, сделать жену рыжего негра будет идеальный вариант. Триш, идеально. Ну, вроде все зачудительно. Хм, характер. Интересно. Какая черта характера в момент опасности потребуется вам в компаньоне? Хм, ну пусть будет умение соображать на ходу. Какую стратегию должен использовать в битве ваш соратник? Ладно, пусть будет спасать раненых товарищей. Ваш помощник спасает весь отряд и выигрывает ход всей битвы. Что он должен сказать? Я с ними разберусь. Будучи правителем, какой бы подарок вы хотели? Это я должен отвечать как жена рыжего негра или как рыженегр? О, идеальную пару, идеально. Специализация, я думаю, она будет лучником, потому что она была дексом. Я вызываю тебя из первого дарка. Давно не виделись. Я бы даже сказал, никогда не виделись. Это шляпа, твою мать. Окей, короче, можно собрать отряд из 4 человек. Знание пешек? Это что значит? А, у них может быть просто инфа. Интересно. Здорово! Have we sufficient curatives? Ну, если Назим все не забрал. И чё ты тут встал? A master in his pawn, is it? Типа того. You'll be quite the force, come the day you learn to fight as one. Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal combat. I can help in that regard, should you wish it. Палпатин, что ты тут делаешь? The men of the enlistment corps never turn away the eager. We are ready to begin. Are you? Начать тренировку. Давай попробуем. Смотрим. From the outset, I'm a harsh master, whoever the pupil. You'll complete 3 forms of training in sequence. Each serves to hone a different quality. You'll need more than raw muscle here. Okay. If you find a task too difficult to manage, you might reconsider your party. There are other pawns here. You can choose among them if you care to. The first task is carrying freight. Haul the lot of them. Серьезно? For my count. Грузчик. You're free to choose your company, but this is a task too great for just one person. Many hands lighten any load, as they say. Now, get to it. We'll begin as soon as you're prepared. Just give the word. А я думаю, в другой раз. Be off. I'll be here. When you're ready to train in earnest. Я думаю, мы биться будем. А не таскать. Не вагон разгружать. Окей. А на этом, я думаю, мы пока что закончим. В следующей серии мы пойдем по мейн-квесту, наверное, какой у нас он теперь. Ну и, наверное, потренируемся и посмотрим, как наша жена будет в бою себя проявлять. Ну а пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.